В Дагестане завершается уборка винограда. Аграрии собрали 256 тысяч тонн солнечной ягоды при средней урожайности 123 центнера с гектара. Это абсолютный рекорд для республики. Урожай этого года превышает прошлогодние показатели на 37%. Лидерами по валовому сбору являются Дербентский, Кайкенский, Карабудахенский и Табасаранский районы. В регионе уже убрано более 90% площадей виноградников. Завершение сбора планируется к концу октября. При этом из собранного урожая 183 тысячи тонн было отправлено на переработку.